Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам вот такое вот замечательное растение. Я, кстати, не обратила сразу на внимание растение, которое было у нас в заказе. Я думаю, что вы тоже обратили внимание сейчас, когда я вам уже показала, как растюшечка называется. Флорес Роуз. Флорес Роуз. Я когда увидела, уже прочитала непосредственно на самой бирочке, честно, была очень приятно удивлена. И теперь я тоже хочу очень-очень такую растюшку. Очень, потому что Флорес, вы знаете, что я так назвала, вернее, дали новое название каналу на YouTube. И в группах также мы поставили заставочки. Кстати, вот эти новые заставочки, это мне сделали ребята, дизайнеры из Air. Это моя партнерка, они постарались, как бы старались учесть все мои предпочтения. И я просила, чтобы все было максимально просто. Вот, поэтому, как бы скажем так, наш логотип — это заслуга дизайнеров Air. Мне очень понравился такой простенький, легкий, вот, ничего лишнего, поэтому мы его и установили. Вот, ну и как увидела вот эту вот растюшечку, я поняла, что она мне очень нужна, потому что здесь вот именно само название Флорес. Я думаю, что многие даже еще не подозревают вообще, что такое Флорес. Ребят, Флорес — это в переводе с испанского языка — это цветок, растение. Так что поверьте, что в название группы я вложила очень глубокий смысл. Я очень долго думала вообще над названием, как назвать группу, потому что я думаю, что многие знают такую знаменитую пословицу: как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот. И когда было придумано название, естественно, что я согласовывала все со своим мужем. Очень долго, ребят, спорили по этому поводу. Вот, но потом я поняла, что спорить бесполезно, вернее, нет смысла спорить. Нужно все-таки прийти к какому-то одному мнению, так, чтобы действительно название было не длинное, вот, ну и чтобы вложить какой-то смысл туда. Вот, так что Флорес — это не просто слово. Так что над названием группы, ребят, мы серьезно думали. Вот. Так что вот такая вот растюшечка. Очень красивый такой краб на листиках. Такой, словно вот как седой такой оттеночек, сероватый такой. Вот, я понимаю, что мне очень нужна эта растюшка теперь. Потому что это Флорес. И у нас группа и канал тоже Флорес. Так что, ребят, в следующем заказе я обязательно закажу себе это растение. Вот специально номер 7761, для того, чтобы запомнить и для того, чтобы заказать себе эту растюшечку. Эта растюшечка, ребят, она уедет у нас в Эстонию. Вот это вот весь заказ на Эстонию. Единственное, что я вот очень переживаю насчет вот этой вот орхидеюшки, это Эквестрис. Вот он пришел вот с таким вот светлым листиком, желтеющим. Ну, как бы не увеличивается абсолютно. Вот как пришло растение, так вот и есть вот такой вот желтый листик. Растюшка у нас с двумя цветоносиками. Ну вот единственное, что я переживаю за вот этот листик. И очень переживаю, как растюшечка доберется до своей хозяюшки. Вот название данной орхидеюшки. Вот здесь еще у нас в заказе очень классная, ребята, орхидеюшка. Это тоже орхидейка от господина Миту. Такое вот замечательное растение нам пришло. Миту Сун Квин. Очень классная растюшка. Корешки отличные. И скажу вам, что у этого растения абсолютно ничего, нижние листики не желтеют. Так что растюшки абсолютно нормально себя чувствуют. Буквально некоторые растюшки, которые вот что-то вот чуть-чуть, ну вот листики могут засушить. К примеру, даже вот эта растюшка от Питера, вот тоже вот нижний листик, он немножко начинает желтеть. И вероятность очень велика, что растение может сбросить этот листик.
полное название растюшечки. Растюшечка уже у нас была отцвевшая, вот у нас уже цветоносик пожелтел. Так что даже вот такие вот растюшки размера 1,7 от Питера, они уже могут прийти цветущие, либо с цветоносами. Поэтому сложно очень угадать, когда меня спрашивают, какое растение будет с цветоносом. Вот вы мне скажите, вот я такое закажу. Ребят, очень сложно угадать, какое растение придет с цветоносами, потому что нам фотографии никто не предоставляет. Это только вы можете меня мучить. Скиньте мне такое фото, разверните его еще и так, еще вот с этой стороны сфотографируйте. Вот. Вот эти вот растюшечки, это из спецзаказа. И здесь еще в заказе есть Наташа. Очень классная растюшка, очень-очень она красиво цветет. Цветы у нее очень красивые, ну просто невероятные. Так что также я как раз решаю вопрос с доставкой этих растений в Эстонии. Очень надеюсь, что у нас все получится. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч!